Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. И с чем же вы к нам пожаловали? Нам нужно сдать кровь из вены. Дочка очень боится. Что с ней делать, я прям не знаю. Мам, ну пожалуйста, можно не сдавать? Хорошо. Направление на кровь у вас есть? Да, конечно, есть. Тогда совсем чуть. Подождите, я сейчас за медсестрой схожу. Мама, зачем нужно сдавать кровь? Почему это обязательно? Можно, я просто не буду ее сдавать. Точно ты не бойся. 100 раз эту кровь я уже сдавала. Ничего страшного в этом нет. Абсолютно. Ничего. Ты больше себя накручиваешь, больше сочиняешь, понимаешь? Мама, это правда страшно. Это не значит, что если ты не боишься, то я не боюсь. Мам, ну пожалуйста, домой поехали. Я не хочу сдавать эту кровь. И как ты себя ведешь? Элли, ты что делаешь? Ты могла бы и головой удариться. Это того не стоит, понимаешь? Ты делаешь все, да, чтобы кровь не сдавать. Как только не притворяешься. Вы уверены, что она притворяется? Так, что у вас тут стряслось? А, обморок, что ли? О, господи. Ну, вы знаете, она может и притворяться. Она очень не хотела сдавать. Нет, она действительно без сознания. О, господи. Ну, вы что встали? Быстро переносите ее на кушетку. Да, да, точно. Сейчас. Силачка называется. Ты помогай лучше. Ай, ну что же делать? Что делать? Приводите ее в чувство быстро. Бегом. А что поможет? А, искусственное дыхание. Да, наверное. Не знаю, поможет ли это. Эй, парень, вы в своем уме вообще? Мы пытаемся привести ее в чувство. Отойдите. Это что вы себе позволяете? О, вы что позволяете? Она у меня еще ребенок маленький. Блин, что вы творите? Мама, вы зачем деретесь, а? Мы спасти ребенка вашего пытаемся, а вы? Такие методы мне не по вкусу, мне не нравятся. Ну а ты что, тоже считаешь, что это нормально? Бестолковые. Я вам такое устрою. Ой, что тут у вас творится? Обморок, что ли? Вроде уж не маленькая. Дайте мне пару минут. И все будет хорошо. Сильно близко не прикасайтесь и не трогайте. Это мой ребенок. Да, конечно. О, что со мной суть? Эх, обморок. Ну, вы уж извините, тут ни у кого нет опыта работы, поэтому вот учатся студенты. Ладно, я пошла. Если что, зови. Ага, хорошо. Мама, а почему все валяются? Эх, твоя мама устроила войнушку. Мама, ты что натворила? Они начали к тебе лезть. Ну вообще да, кто же искусственным дыханием пытается привести в чувство после обморока? Это бред какой-то. А нельзя было помягче? Мама, какой позор. То есть мы теперь поедем снова в полицию из-за тебя. Ну слушай, зато точно не будет сдачи крови. Кровь не сдаешь, как и хотела. А куда мы поедем, какая уже разница? Эх, я конечно рада, что не буду сдавать кровь, но как-то это для меня не очень здорово звучит. Извините, что прерываю такой трогательный момент, но теперь собирайтесь, ведь эта сдача крови для вас закончилась чем-то очень неожиданным. О нет, мама.